трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Дмитрий Медведев высказался о российских дорогах. «Ситуация далека от идеальной», – произнес он. По словам премьер-министра, 40% региональных автотрасс не отвечают нормам. Если говорить о федеральных дорогах, то там процент несоответствия около 30. Глава кабинета министров призвал применять к дорожным строителям все допустимые меры воздействия за отказ исправлять дефекты в течение гарантийного срока. Трасса 101. Комитет Госдумы по транспорту и строительству просит изменить систему финансирования федеральным центром ремонта дорог в регионах. Речь идет о том, чтобы деньги на места поступали в апреле-мае, а не осенью или в начале зимы. Если регионы будут получать средства в апреле, то уже не будет основания для критики вышестоящего руководства о том, что работы не выполнены из-за того, что денежные средства пришли поздно, отметил один из депутатов Сергей Бидонько. По его словам, Минфин уже стал более расторопен в этом отношении. Трасса 101. В Верхах продолжается обсуждение вопроса смягчения или не смягчения правил эвакуации авто. Сторонники первого ссылаются на то, что установка знаков, запрещающих остановку и стоянку машин, никак не регламентирована, и местные власти могут размещать их, грубо говоря, где попало. Вторая сторона этот довод не опровергла и предложила применять в спорных случаях блокираторы колес. Трасса 101. Популярная в России «Шкода Октавия», возможно, получит дизельный двигатель объемом 2 литра мощностью 150 лошадиных сил. Коробка будет либо шестиступенчатая механика, либо робот ДСГ. Сейчас модель имеет бензиновый мотор мощностью 110, 150 или 180 лошадей. Лифтбэк «Октавия» стоит минимум 940 тысяч, полноприводный «Универсал» – 1 миллион 207 тысяч рублей. Как говорится, хоть верь, хоть не верь. В Австралии 12-летний подросток проехал за рулем автомобиля 1300 километров. Юного водителя нигде не останавливали. Внимание полицейских он привлек потому, что у его машины внезапно отвалился бампер. На вид несовершеннолетнему драйверу, как сообщили СМИ, лет 20, рост 1,80 м. Куда он ехал, на машине какой марки, были ли в курсе его родители, не сообщается. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.